Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня хотелось бы поговорить о настоящей любви султана Сулеймана и Ибрагима. Да-да, вы не ослышались. Ее не показали в сериале, а хотели. Что это за девушка и какую роль она бы играла в сериале «Великолепный век»? Любовь двух мужчин, Ибрагима и Сулеймана. Зачем Ибрагим хотел объединиться с Хюрем? Ради чего они должны были бороться? Давайте разбираться с самого начала. Как известно по истории, что Хюрем была самой любимой наложницей, а потом и женой султана Сулеймана. Сколько же ходило сплетен про Хюрем? Ведьма, губительница всех осман. Были мысли, что Ибрагим мог любить Хюрем, и она могла отвечать паше взаимностью. Но нет, друзья, эти версии уже опровергли, и мы в них копаться не станем. Есть еще одна версия, и очень интересная. Но эта версия будет по мотивам сериала «Великолепный век». Многим и в голову не пришло, что Сулейман все-таки мог бы полюбить кого-то, кроме Хюрем. А сценаристы решили, что может. И если бы они сделали то, что хотели, то, думаю, сериал бы продлился еще на несколько десятков серий. Итак, речь пойдет о женщине, которую звали Джулия Гонзага. Вы, наверное, помните тот момент, когда Ибрагим показал Сулейману портрет некой женщины. С ее красотой никто не мог сравниться, даже сама Хюрем. Именно при виде портрета этой женщины Ибрагим был покорен ее взглядом и грацией. Именно она должна была прийти на смену Фирузе и устроить Хюрем веселенькую жизнь. Кто знает, возможно бы у Джулии получилось отобрать Сулеймана. Ибрагим показал портрет султану и горделиво отметил, что с красотой Джулии никто не сравнится. И он именно для Сулеймана попросил Барбаросса выкрасть итальянку для его гарема. Сулейман заинтересовался женщиной и не сводил свой взгляд с ее портрета. Сценаристы хотели этого героя добавить в сериал, но что-то не срослось. Была уже выбрана актриса на роль Джулии, ее должна была сыграть Ачеля Самуэли Данаглу. Девушка являлась мисс Турция в 2012 году. Сценаристы хотели, чтобы именно Гонзага внесла раздор в отношения Сулеймана и Паши. Именно она должна была стать той последней каплей в терпении повелителя, из-за чего Паша бы и погиб. Ибрагим влюбляется в красивую Джулию и решается на примирение с Хюрем. В будущем Ибрагим и Хюрем должны были сделать все, чтобы Сулейман потерял интерес к девушке, и каждый получил бы свое – Хюрем Сулеймана, а Ибрагим – Джулию. Вот только тут много вопросов. Куда бы Ибрагим дел Хатидже, их детей, как он бы смог строить любовь с бывшей возлюбленной султана? Тут как-то все сложновато. Конечно, было бы интересно понаблюдать за такими событиями, но сценаристы опустили эту идею и так и не решились добавить этого героя в сериал. Друзья, а как вы думаете, что могло из этого получиться? Давайте пообсуждаем это в комментариях.